4 ноября Россия отмечает большой государственный праздник – День народного единства. Дань предкам, освободившим страну от польских захватчиков. День народного единства учрежден правительством страны в декабре 2004 года. С тех пор это государственный праздник и официально нерабочий день. Дата 4 ноября взята за основу не просто так. Она напоминает о событиях исторического 1612 года. День народного единства символизирует сплоченность различных народов и представителей разных классов.